Стоимость продаж объектов искусства в 2011 году составила почти 6 миллиардов долларов. И понятное дело, что львиную долю этой суммы внесли крайне состоятельные люди и организации. Покупая картины, люди платят за нечто большее, чем созерцание прекрасного, ведь созерцать можно и в музее за 10 евро. Приобретение искусства – это прикосновение к чему-то известному и редкому. Вы можете стать одним из тысяч очередных владельцев яхты, гольф-клуба или загородного домика с уточками. А вот частных владельцев работ Рихтера, Ван Гога или Тициана уже значительно меньше. Это не просто статусность, это даже не столько финансовое вложение, хотя, разумеется, многие картины вырастают в цене со временем, но об этом позже. Совершая такое приобретение, вы в буквальном смысле слова вписываете себя в историю. Ведь во всех каталогах, где будет упоминаться эта картина, будет значиться ваше имя. Даже если в будущем вы ее перепродадите, имя останется в списках владельцев. День за 30 тысяч? Это невозможно. Почему? Вполне возможно. У чувака кровь пошла из носа, и он просит тридцатку? Скажите, Дрис, как вы думаете, почему людей тянет к искусству? Наверное, это прибыльно. Нет. Это единственный способ оставить след на земле.